Здравствуйте, это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Против повышения у торгового центра прошла встреча депутата с избирателями. Цены на бензин снижаются. В Рязани открылась новая АЗС. Авария с участием 14-летнего мотоциклиста. Чем опасно вождение без прав? 30 августа 2018 года состоялась очередная встреча депутата Государственной Думы фракции ЛДПР Александра Шерина с жителями Рязани. Мероприятие прошло в микрорайоне Гор-Роща, и основными участниками стали местные жители. Повышение пенсионного возраста – тема животрепещущая как для пенсионеров, так и для молодежи. На площадке перед торговым центром собрались неравнодушные граждане. Сегодня здесь проходит встреча с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от фракции ЛДПР Александром Шериным. Встреча проводится не случайно. По словам помощника депутата, при общении с ним жители микрорайона Гор-Рощи постоянно задают вопросы, касающиеся новой реформы. Я каждый день общаюсь с жителями района Роща, и основной вопрос, который люди задают, что будет с пенсионной реформой. Этот вопрос волнует как и нынешних пенсионеров, так и тех людей, кто не вышел на пенсию. По этому поводу мы сегодня проводим встречу, чтобы люди могли задать вопросы действующему депутату Государственной Думы, который голосовал против пенсионной реформы, и узнать его мнение о том, какие перспективы ждут этот законопроект. На условной трибуне расположился Александр Шерин вместе со своими помощниками. В основном депутат рассказывал о пенсионной реформе и что изменилось после обращения президента России к народу. И что еще важнее, как к этим изменениям относятся представители ЛДПР. Позиция ЛДПР неизменна. Мы не отступим. Мы будем добиваться того, чтобы повышался размер пенсии, но не возраст выхода на пенсию. Вот эти уступки, которые сегодня демонстрирует нам государство, 1, 2, 3 года нас не устраивает. Мы за то, чтобы был сохранен полностью пенсионный возраст, мы за то, чтобы увеличилась пенсия. Практически у каждого пришедшего плакаты и таблички, лозунги на которых призывают пересмотреть основные требования пенсионной реформы. На встрече традиционно был продолжен сбор подписей избирателей к депутатам Государственной Думы с требованием голосовать против пенсионной реформы. Также Александр Шерин призвал не игнорировать выборы, которые пройдут 9 сентября. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 24 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено свыше 6000 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Это кроссовый мотоцикл «Дакар». Таким можно управлять только с 16 лет. Однако 14-летний житель села Редкино Рязанского района решил проехать на таком, не имея водительских прав. Как результат, он попал в аварию. Пересекая центральную улицу села, юноша не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем Kia Cerato. В результате происшествия мотоциклист с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Очевидно, что право управления транспортными средствами по дорогам общего пользования 14-летний юноша иметь не может. В обстоятельствах происшествия усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КОАП РФ о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются. В последнее время количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов заметно увеличилось. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при управлении транспортным средством. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Сасово полицейская собака помогла раскрыть преступление. Четвероногий сотрудник вышел на след вора, который проник ночью в магазин и украл спиртные напитки, консервы и табачные изделия. Как тренируют служебных собак в Рязани, узнала Анна Малистова. Прежде чем служить в полиции, четвероногим стражам порядка предстоит пройти долгое обучение здесь, в Центре кинологической службы МВД, где ежедневно тренируют собак для поиска наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и задержания человека. Сейчас задача немецкой овчарки Берты по запаху найти подозреваемого, у которого в руках находится имитация запрещенного вещества. Служебной собаке достаточно нескольких секунд, чтобы безошибочно обнаружить наркотик у меня в руках. Это неудивительно, ведь обмануть первоклассную ящейку невозможно. По словам кинолога, тренировать служебных собак начинают с самого детства. Каждый сотрудник сперва проходит общий курс послушания. Команды «Ко мне, рядом стоять» обязана знать каждая собака. Редко. Стоять.
Полоса препятствий – также важный элемент тренировки. Помимо этого, собаки ищут запрещенные взрывчатые вещества и оружие в транспорте, багаже, на местности и в помещении. Специалисты утверждают, что профиль собаки зависит не только от тренировок, но и от породы. Немецкая овчарка считается самой универсальной собакой, которую дрессируют по всем трем профилям. Спаниели в основном за счет их активности, за счет их заинтересованности и охотничьего инстинкта используют в поиске взрывчатых веществ, наркотических средств. И лабрадоры за счет того, что как бы это милые, добрые, такие самые замечательные собаки, их используют в поиске взрывчатых веществ, потому что как-то вот они более направлены именно за счет своей породы. Собаки помогают раскрыть преступления не только в Рязани и области. Раз в полгода они вместе с кинологом уезжают в командировки. Сотрудники Центра кинологической службы признаются, четвероногие помощники для них не просто коллеги, а настоящие друзья и члены семьи. Даже когда собака выходит на пенсию, каждый кинолог забирает ее к себе домой. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина работала долго. Для этого просто необходимо заправляться качественным бензином. В Рязани прошло открытие 18-й АЗС «Змей Горыныч». Там побывала Мария Рудая. Наши аплодисменты! Открытие 18-й АЗС! 18-я автозаправочная станция «Змей Горыныч» на Северной окружной открыта. В честь праздника 3 дня до 2 сентября. На новый АЗС бензин стоит всего 40 рублей. Кроме позитива, на этих заправках, Змей Горыныч, люди будут получать качественное топливо, качественное обслуживание. Я думаю, что мы будем развиваться и дальше. Я хочу пожелать вам всем сказки. Вот как мы работаем в сказке, и у нас все сказочно получается. И у нас и сказочные призы, и сказочное топливо. И вообще у нас все здорово. И дай Бог, чтобы у наших клиентов и у наших любимых коллег и партнеров тоже все было сказочно. Всем счастья! Атмосферу праздника разделил и первый клиент АЗС «Змей Горыныч» на Северной окружной Евгений Гудков. Он является клиентом этой сети заправок уже давно, поэтому приехал сам. Самого утра. Евгений признается, обычно заправляется 92-м бензином, но в день открытия, благодаря акции, решил побаловать свою машину 95-м бензином. Заправляюсь очень давно, часто по работе заезжаю, очень удобное расположение, система скидок. В принципе, хороший бензин, все нравится. Остальные клиенты АЗС тоже остались довольны открытием новой заправки. Качество топлива и обслуживания, а также услуги заправщика являются главным преимуществом. К тому же все покупатели отмечают позитивный настрой, который дарят сотрудники. Мы всегда здесь заправляемся. Змей Горыныч – хорошая заправка, качественный бензин. Нас вполне устраивает. 40 рублей бензин 95-й. Так поэтому приехали. Ну да. Цена немножко привлекательная, да, так скажем. Заехали, посмотрим. Если так оставят цену, мы всегда будем клиентами. Важной особенностью сети АЗС «Змей Горыныч» является наличие собственных хранилищ нефтепродуктов, что помогает холдингу регулировать ценообразование. У клиентов же появляется возможность покупать бензин по более низким ценам. Широкий ассортимент продукции и услуг, высокое качество топлива и услуг, выгодные в сравнении с конкурентами цены, удобное место расположения наших заправок и специальные предложения делают их особенно привлекательными для клиентов. Приглашаем и вас оценить качество нашего топлива и услуг и также принять участие в нашей затее «Удачи в придачу». Ждем вас на АЗС «Змей Горыныч». Затея «Удача в придачу» – это акция, которая также стала любима клиентами заправок «Змей Горыныч». Это беспроигрышная лотерея, в которой автоматически принимают участие все владельцы бонусных карт. Главное условие – заправляться на АЗС. И тогда появляется возможность выиграть от 10 до 50 литров топлива в неделю и получить выгоду до 40%. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Новые штрафы ГИБДД, изменения в МРОТ, а также нововведения в сфере сотовой связи. Какие изменения законодательства вступят в силу с 1 сентября, смотрите в нашем следующем сюжете. Одно из самых необычных нововведений ожидает автомобилистов. Так, с 1 сентября 2018 года штрафы за отсутствие страховки ОСАГО будут выписывать камеры. Экспериментально новый режим работы будет запущен только в Москве. Если тестирование пройдет успешно, то технологию внедрят в другие регионы. В настоящий момент штраф за отсутствие страховки составляет 800
500 рублей. В случае, если его оплатить в первые 20 дней, то действует скидка 50%. Это было учтено и при работе камеры. Если письмо придет позже срока, то его можно будет восстановить. Так постановил Конституционный суд. Помимо штрафа не предусмотрены никакие другие меры, как, например, эвакуация на штрафстоянку. С 1 сентября 2018 года, согласно поручению президента России Владимира Путина, будет увеличен минимальный размер оплаты труда, а работающим пенсионерам произведут перерасчет получаемых выплат. Точный процент пока неизвестен, но в среднем выплаты повысятся на сумму около 200 рублей. Стипендию студентов также обещают повысить, правда, на 4%. А в школах появятся уроки шахмат и астрономии. С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов на учебу, которая действует уже 8 лет. А вот взять кредит потребительский будет сложнее. Центробанк внес некоторые коррективы в нормативную базу. Повысил коэффициент риска для банков при выдаче кредитов населению. То есть теперь, выдавая кредит сомнительному клиенту, банк рискует своими собственными средствами. Новые коррективы должны увеличить количество отказов в потребительских кредитах, так как сейчас россияне набрали слишком много таковых. В Гражданском кодексе Российской Федерации появилось понятие наследственных фондов. В первую очередь это изменение законодательства затрагивает именно обеспеченных россиян, собственников крупного бизнеса. Суть нововведения в том, что человек при жизни может прописать в своем наследстве, что его собственность переходит в управление специально создаваемого фонда. После смерти завещателя такой фонд будет создаваться в срочном порядке. Это поможет сохранить работоспособность и управляемость компаний, которые принадлежали умершему. Теоретически новая норма российского закона может способствовать появлению в стране фондов меценатов. Самый известный зарубежный аналог – фонд Нобеля, который выдает одноименные премии. Одно из последних нововведений – это отмена роуминга по России внутри сети. Теперь плата за входящие вызовы взиматься не будет. Неизвестно, как нововведение скажется на цене тарифов домашней сети. В регионе стартовала прививочная кампания от гриппа. Врачи городской поликлиники ОКБ решили стать примером для своих пациентов и первыми отправились в кабинет вакцинации. Наталья Нарышкина до 2011 года даже не задумывалась о вакцинации от гриппа. Все изменилось в тот момент, когда пришла беда. Женщина заболела вирусом H1N1. В народе его называют свиным гриппом. Она до сих пор помнит все симптомы. Очень высокая температура была, двухстороннее коллозное воспаление легких. Это было очень тяжело. Сейчас Наталья – постоянный посетитель процедурного кабинета, как и Лидия Максакова. Акушерка смотрового кабинета за 40 лет работы прививается 30 лет. Она признается, за это время гриппом болела всего 3 раза, да и то в легкой форме. Всегда делаю прививки и советую всем своим близким. Всегда делаем. И уже внуки подросли. Обязательно, в обязательном порядке от гриппа и от всех инфекций всегда прививаемся. Для чего? Чтобы не было сами не болеем и других не заражаем. Предугадать, какой штамм будет опасен именно в этот сезон, задача лучших умов Федерального министерства здравоохранения. Они же работают над тем, какую вакцину выбрать. Одно всегда неизменно – прививки отечественного производства. Сейчас к нам поступила вакцина «Совигрипп». Несколько компонентов от самых сложных гриппов, которые опасны осложнениями, до смертельных исходов бывает осложнений после гриппа. Сегодня вакцина произведена Санкт-Петербургом. Очень хорошая вакцина, она уже не первый год к нам поступает. Компоненты специальные, которые убиты, и они просто дают иммунитет в организм, защиту от самых тяжелых. Врачи уверяют, у данных прививок практически нет противопоказаний, и они не имеют побочных эффектов. Вакцина хранится под строгим контролем в специально оборудованных холодильниках. Держится температура, охлаждение идет. Вакцина при определенной температуре хранится от 2 до плюс 8 градусов, не более, чтобы она сохраняла свои действия. Несмотря на то, что данная вакцина не имеет противопоказаний, прежде чем прийти в прививочный кабинет, необходимо посетить врача-терапевта, который и даст добро на прохождение процедуры. Медики уверяют, прививки реально работают. После массовой вакцинации случаи заболеваемости гриппом сократились вдвое. Конечно, даже у правил бывают исключения, но если у привитого человека и диагностируют грипп, он протекает в более легкой форме. Вакцинация против гриппа имеет особо важное значение. Это тяжелое вирусное заболевание, которое ежегодно, к сожалению, уносит жизни ни одного пациента, включая детей, молодых и пожилых. Высокий процент осложнений и достаточно долгий восстановительный период. Прививочная кампания от гриппа только началась, а врачи уже показали пример своим пациентам. Конечно, вакцинация – дело добровольное, и каждый решает для себя сам. И здесь все почти как у Шекспира. Делать или не делать – вот в чем вопрос. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Рязанские врачи спасли жизнь пилоту вертолета. Напомним, в середине августа в районе деревни Милованово Спасского района Рязанской области потерпел аварию вертолет. Мужчину с серьезными травмами доставили в областную клиническую больницу. Вертолет весом почти 600 килограммов имеет сертификат летной годности сроком действия до августа 2019 года. К слову, выдается такой сертификат на 2 года. Почему воздушное судно потерпело крушение, пока не ясно. На сегодняшний день, по данным, которые нам предоставила транспортная прокуратура, можно сказать одно: воздушным судном управлял пилот-любитель, и он допущен к управлению. Вертолет принадлежит частной компании, разрешение на использование воздушного пространства было. В настоящее время по данному факту Рязанской транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Производится сбор документов о принадлежности и техническом состоянии воздушного судна, обстоятельствах полета и иных сведений, способствующих установлению причин этой аварии. Чудом пилот остался жив. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в областную клиническую больницу. По словам медиков, жизненные показатели были нестабильны, повреждения получили сразу несколько областей, среди которых позвоночник. По сути, у данного пациента была полностью утеряна опорная функция позвоночника. Врачи ОКБ сделали все, чтобы спасти пилота, который поступил в состоянии сильнейшего шока. 7 часов в операционной, и чудо случилось. Было предпринято оперативное вмешательство, трансперикулярная фиксация на 4 уровнях, 8 винтами. Был полностью освобожден позвоночный канал, удалены костные отломки, которые травмировали крышки конского хвоста, восстановлена анатомическая целостность позвоночного канала. Операция прошла успешно. Сейчас пилот разбившегося вертолета переведен в отделение реабилитации, где занимаются восстановительным лечением. Прогнозом врачей, в ближайшее время пациент сможет встать на ноги. Вообще, это не единственная уникальная операция в ОКБ. На сегодняшний день здесь накоплен серьезный опыт стабилизирующих операций на позвоночнике, которые помогают при травмах, новообразованиях позвоночника и многих других заболеваниях. В настоящий момент нейрохирургическое отделение способно выполнять операции любой категории сложности на позвоночнике. Это говорит о том, что пациенты могут к нам обращаться и не ехать за консультацией в Москву, за операциями в Москву. То есть мы обладаем потенциалом выполнения этих операций и имеем возможность, так сказать, все это делать качественно, грамотно, на современном уровне. Нейрохирургия – та отрасль медицины, которая дает возможность помогать пациентам с самыми разными симптомами. Онкологические заболевания головного и спинного мозга, черепно-мозговые травмы, патологии периферической нервной системы – это далеко не все. Важное значение в ОКБ уделяется и сосудистой нейрохирургии. Сосудами мы тоже работаем, есть сосудистые нейрохирургии. Сосудистая нейрохирургия включает операции на сосудах головного мозга. Это аневризмы сосудов головного мозга прежде всего. Производится открытое клипирование. Сейчас в ближайшее время планируется эндоваскулярное вмешательство на сосудах головного мозга. И мы работаем в рамках сосудистого центра, где оказываем помощь пациентам с геморрагическими инсультами. Теперь даже самым сложным пациентам не обязательно уезжать на лечение и реабилитацию в другие регионы и даже страны. В Рязани есть для лечения все необходимое – техническое оснащение и золотые руки хирургов. А главное – желание работать и развиваться дальше в своей профессии. Ведь медицина – это именно та отрасль, которая не стоит на месте. Рязанские нейрохирурги уже провели не одну сложнейшую операцию, а теперь, благодаря тем, кто буквально спас позвоночник пилота, потерпевшего крушение вертолета, он сможет жить полноценной жизнью. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани 23 двора нуждаются в благоустройстве. Ремонт подъездов, появление скамеек и фонарей освещения, строительство детских площадок – все это будет сделано в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды города Рязани. Бывают ситуации, когда жители дома отказываются от благоустройства. Об одном из таких примеров в нашем следующем сюжете. Выкопанные лавки, спиленные деревья, отсутствующие фонари. Вот во что превратилась когда-то уютная, по словам местных жителей, придомовая территория. Теперь здесь лишь перекопанная земля. А лавочки остались только у подъездов 2 домов, которые огораживают площадку 32 и 34. Сейчас на улицу вышли больше 20 местных жителей. Это инициативная группа. Они в один голос заявили, что никаких документов о благоустройстве придомовой территории они не подписывали. И все работы, которые ведутся на их площадке, незаконны. Однако существует протокол собрания жильцов, в котором говорится, что за инновации проголосовали
подписало 67,5% жителей. Правда, активисты ставят подлинность этого документа под сомнение. Например, в протоколе отсутствует дата собрания, а подписи одного и того же человека различаются в каждом документе. Наша инициативная группа провели работу, обошли дом. Из 144 квартир 87 человек подписались, свою подпись внесли против этой программы. Мы не хотим участвовать в этой программе. Дело в том, что до нас не довели ни план вот этой реконструкции, ни сумму денег, которую мы должны платить. Ничего. Жителям двух домов сказали, что всю необходимую информацию им доведут потом. Вот только потом приехали рабочие, которые сняли все фонари освещения и вырубили деревья. По словам местных жителей, на образовавшейся территории появится автомобильная парковка. Об остальных планах по благоустройству они не знают. Активисты уже обращались в несколько инстанций. Мы обращались и будем обращаться. Обращались, значит, в следственные органы. Приезжал наряд полиции, когда здесь у нас ломали и крушили, значит, освещение, резали провода. Потом, значит, мы обращались в прокуратуру, и в районную прокуратуру, и в областную прокуратуру. Обращались в администрацию Ковалеву, значит, и Карабасову. По словам местных жителей, они получили только один ответ, в котором говорилось, что решение о благоустройстве они могут обжаловать в судебном порядке. Как раз именно за это решение и выступают люди, а не против изменения на своей территории. Ситуация осложняется и тем, что часть придомовой площадки приватизирована жителями. У дома 34 участок муниципальный, а у 32 частный. Жильцы говорят, что благоустроенную площадку они будут оплачивать из своего кармана. Первоначально администрация и наши старшие по дому объявляли нам, что, ну, не собираясь собрание, что 5 миллионов выделено на благоустройство нашей дворовой территории. Обещали с нас высчитывать по 40 рублей с квадратного метра. Елена Старостина сообщила, что теперь сумма достигла 8 миллионов рублей, и жильцы будут платить по 65 рублей за квадратный метр. Красивые деревья, которые росли здесь десятилетиями и в чьей тени можно посидеть на лавочках в жаркий день, теперь превратились в обычные поленья. Вместо больших раскидистых берез остались только пеньки. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города, чтобы они объяснили складывающуюся у этих домов ситуацию. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сокращают путь ценой собственной жизни. Транспортная полиция провела рейд у нерегулируемого железнодорожного перехода в микрорайоне Приокский. Переходить там пути запрещено, можно попасть под поезд. Однако жителей это не останавливает. Где живешь? На Московском? На Московском. Идешь куда? В поликлинику? В поликлинику. На Пирогово? Да. Зубчик лечить? Зубчик лечить. Ну можно же не дойти здесь. Ну а как не дойти? Ну я же пьяный, что ли? Этот участок один из самых опасных. Трехполоска, по которой с вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 в стороны Москвы едут поезда дальнего следования, а также транспортные поезда и электрички. Переходить здесь запрещено, есть специальный знак, но люди на него не обращают внимания. Если нет забора, значит можно идти. С другой стороны, всю железную дорогу огородить невозможно. Транспортным полицейским остается только раз за разом объяснять горе пешеходам. Прогулка по путям может стоить жизни. Не надо суд, мне побыстрее. Все спешат. Вот, пешеходный мост есть мне специально. Я понимаю, нет? Пользоваться маршруткой можно. Для этого есть специально установленное место. Вот, пожалуйста, мост, пешеходная дорожка. Проходите там, в безопасности вы находитесь, и все. Можно до суда и не дойти. Мужчина вроде бы согласился пройти на Московский через мост, но через несколько минут транспортные полицейские увидели его перебегающим в припрыжку пути чуть дальше от места, где проходит рейд. Вот здесь расстояние 50 метров. Да, специально оборудованное место. Люди сокращают, и эти метры, ну, можно сказать, что это метры их жизни. То есть вот прошел ты 50 метров лишних, остался жив. Пошел ты по кратчайшему пути через железную дорогу. Можешь погибнуть, либо получить травмы. Таких нарушителей сначала предупреждают, потом выписывают штраф. Сумма небольшая – 100 рублей. Поэтому единственное, что можно сделать – попытаться убедить людей не ходить здесь. Основные категории риска – пожилые люди и подростки. Рассказывай, куда вот ты сейчас идешь? Я иду на Московский с друзьями, чтобы погулять в Ашане. Хорошо. Сколько тебе лет полных? Мне 14. 14 лет. В какой школе учишься? В 40-й. В 40-й. В 40-ю школу мы тоже приходили, лекцию читали вам. Ты знаешь, что хождение по путям запрещено в неустановленных местах? А, иди сюда, родной, я тебе покажу. Вот, смотри.
Знак специально повешен. Тогда через мост сейчас мне пойти, да? Тебе нужно не сейчас пройти через мост, а ходить только через мост. Основная причина, почему подростки могут попасть под поезд, банальная невнимательность. Капюшон очень серьезно ограничивает видимость. То есть возникает эффект туннельного зрения. И помимо того, что капюшончик надет, молодой человек или девушка не видит ничего вокруг, она еще и не слышит, потому что в наушничках. Поэтому мы всегда объясняем и рассказываем, что при переходе необходимо снять капюшончик, вынуть наушнички из ушей, посмотреть направо, налево, даже на специально оборудованных переходах. В этом году в Рязанской области зафиксировано 25 случаев травмирования на железнодорожных путях. Из них 5 травм несовершеннолетних, 2 со смертельным исходом. Транспортные полицейские на каждом таком опасном участке раздают памятки и просят внимательно относиться к своей жизни. В начале учебного года они придут в школу, находящуюся поблизости, чтобы еще раз напомнить, где и как можно переходить железнодорожные пути. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru.